Новая интерактивная кадастровая карта позволяет в онлайн-режиме получать информацию о всех домах и стройках в нашем городе. Кто застройщик, есть ли разрешительные документы и многое другое. Воспользоваться картой очень легко, достаточно зайти на сайт и в два клика на вашем экране уже появится интересующая вас информация. Градостроительный кадастр, первый этап которого, формирование первого этапа которого завершился вот уже в первом квартале, является открытым, общедоступным ресурсом для получения различного рода информации для пользователей, широкого круга пользователей. Это действительно живой организм, который постоянно наполняется, и предела этому нет, поскольку город развивается и информативно наполняется данными. Создание и разработка первого этапа кадастра обошлась городу больше, чем в миллион, а на его реализацию ушло около 2 лет работы. В самой программе есть целых 4 слоя информации: функциональное зонирование, планировочные ограничения, проектный план и инженерные коммуникации. Вот только полную информацию по коммуникациям пока предоставили лишь с инфоксводоканала. На картах уже можно посмотреть состояние труб, их глубину и диаметр. Градостроительный кадастр, в отличие от других кадастров, которые предусмотрены законодательством, лесной, водный, земельный, градостроительный содержит практически, мне трудно сказать, что он не содержит, но так заложено в законе. Поэтому мы разбили наш портал на несколько разделов или подразделов, и они будут дальше разбиваться и дополняться. При работе с картой можно включать и выключать некоторые слои, а при клике на объект открывается скан документов. Рабочий масштаб карт 1:2000. На сайте уже есть информация от Управления земельных ресурсов Департамента коммунальной собственности, Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета, а также КП «Горзелентрест». Но пока еще не налажена работа с Управлением КАП строительства. Нам бы очень хотелось, что те безумное количество вопросов, запросов, которые поступают, и от, в том числе от активных граждан, от депутатов городского совета, от различного вида общественных организаций, что строится, как строится, все-таки хотелось, чтобы они привыкли, они узнали, они научились тому, что у нас есть такая служба. Тем не менее, кадастровая карта требует еще ряд доработок и дополнений. Но в мэрии заверяют, над этим уже идет плодотворная работа, ведь предела совершенству нет. Так что эра информационных технологий наконец-то добралась и до нашего города. Теперь все должно стать проще.